Приветствую всех. В общем, такая была проблема. Не мог прокачать тормоза. Уже решил на то, что сам главный тормозной цилиндр неисправный. Купил цилиндр с ручкой тормозной. Поставил. Но тормоза с третьего, с пятого раза только. И нашел в интернете проблему. В общем, как видите, спускник... Получается, вот так вот стоит у нас цилиндр рабочий, и спускник снизу остается в верхней части воздух. Ну вот сегодня, как было сказано, снял его, спускник вверх, и все прокачалось. Было там чуть-чуть воздуха. Теперь тормоза с первого раза. Так что спасибо тому человеку, который все это подсказал. Ну, еще раз повторюсь. Если у кого проблемы, не можете прокачать, смотрите, где спускник.